Ну а мы продолжаем рубрику «Украшения». Я напоминаю, что с нами в студии заслуженная артистка России Любовь Руденко. И она, именно она сегодня пробует на себе все наши украшения, все новинки. Поэтому и мы призываем вас, посмотрите и побалуйте себя. В ближайшие несколько минут мы расскажем вам об уникальном предложении. Это серьги Юнона. Посмотрите, какое великолепие, какое изящество. Посмотрите, какой блеск, какая тонкая ювелирная работа. Эти серьги не оставят вас равнодушными. Поэтому присоединяйтесь к нам и давайте исследовать и смотреть их вместе. Любовь, конечно, ты понимаешь, что серьги выполнены из гипоаллергенного сплава. Я вот вижу, что ты уже у нас в студии находишься не первые 10 минут далеко. Как ты себя ощущаешь в серьгах от нашего канала? Вы знаете, вот я как раз хотела вот обратить на это внимание, потому что у меня, в общем, такая действительно чувствительная кожа, что если бы что-то было не так, какой там через полчаса, через час, а буквально через 5-10 минут я бы уже почувствовала какой-нибудь зуд, у меня бы раздражение началось, покраснение кожи, да? А вот сейчас я нахожусь уже так долго, и что на шее, вот цепочка, вот видите, я уже ключик золотой себе повесила на шею, причем соединила это с мишкой Куала, не шнурочек, никаких вот на коже раздражений, то есть это не фото и видеошоп, да, это не грим и не пудра, нет, абсолютно вот моя кожа прекрасно принимает на себя вот этот гипоаллергенный металл. И это действительно, хочется сказать, огромное спасибо, это действительно так, это правда, это истина, потому что для нас, для женщин, ну, не у всех, в общем, такая кожа, которая может воспринимать любой металл. Очень многих женщин, я знаю, кожа нежная, и поэтому бояться ничего не надо. Вот вся коллекция, которая предоставлена как раз вот здесь для вас сегодня и вот в предновогодние дни, не останавливайтесь на покупке одного изделия. Я думаю, надо все покупать. Любовь оценила по достоинству все украшения, которые сегодня мы вам предлагаем. А именно сейчас, в данную секунду, мы обращаем ваше внимание на серьги Юнона. Это гипоаллергенный сплав, покрытие золота 750-й пробы. Обратите внимание, цвет очень нежный, розовый цвет, это розовое золото. Идеальное сочетание с холодным белым блеском бриллиантов, но в данном случае используются фианиты. Фианиты по многим показателям могут сравниться с бриллиантами, и только настоящий профессионал с использованием специального оборудования сможет определить, фианит это или бриллиант. Как вы видите, здесь 4 фианита в каждой сережке, они круглой формы, самая классическая форма огранки для бриллиантов. Вот, посмотрите, какое великолепие, посмотрите, какой блеск. Они переливаются, они мерцают, они не оставят никого равнодушным. И, конечно же, помимо красоты, хотелось бы обратить внимание на комфорт, правда? Ведь это очень важно. Всем известная давно, очень долго, это застежка английский замочек. Очень простой, очень понятный. Вы почувствуете на себе, насколько комфортно сидят эти серьги в ушке. Вот такие звездочки, вот такие серьги Юнона сегодня для вас по уникальной цене. Цена премьеры 890 рублей. Цена премьеры невероятная. То есть даром, по-моему, это вообще удивительно. Вы знаете, вообще, насколько я помню из истории, что серьги, украшения как раз вот в виде серег, они укрепляли в женщинах чувство собственного достоинства. И вот я, смотря вот на эту красоту сейчас нечеловеческую, 4 вот этих камушка, которые сверкают действительно ничем не хуже, чем настоящие бриллианты, если женщина наденет на себя вот эти серьги, она почувствует в себе такое достоинство, как будто на ней, ну, представляете, практически 8 целых больших бриллиантов. Конечно, придется нанять охрану, или придется рядом мужу не отходить ни на шаг, потому что женщина, у которой в ушах сверкают такое просто сонмище бриллиантов, она, конечно, становится лакомым кусочком. Поэтому, женщины, приобретая серьги, если у вас нет охранника или мужа, или, извиняюсь, любовника, обязательно вы должны приобрести и эту. Но начать надо с серег. Серьги – это основное украшение, мы любим их, и давайте позволим себе иметь не одну пару серег, а несколько. Вот я сейчас как раз вот это и сделаю. Можно прямо вот пока, Надюшенька, ты рассказываешь об этом. Я одну сережечку поменяю на другую. Да, потому что, вы знаете, можно разные не только там носить разнообразие на шее, да, но можно и в ушах. Одну сережечку такую, другую сякую. Пока Люба примеряет сережки, напомню вам о том, что серьги Юнона – это
великолепный ювелирный сплав, который не вызывает аллергических реакций. Все. Плюс здесь гальваническое покрытие золотом розового цвета 750-й пробы. Идеально отшлифованное украшение. Посмотрите, какой блеск. Даже с тыльной стороны на это смотреть приятно. Это красиво. Словно зеркало блестит металл. И, конечно, 4 крупных фианита. Крупных фианита круглой огранки. Давайте посмотрим, как это великолепие смотрится. Сейчас Любовь примерила уже, да, и готова вот нам показать. Да, вот я могу показать. Посмотрите, как оно переливается, сверкает. Просто потрясающе. Я думаю, что обязательно на ближайшем же своем концертном выступлении я эти сережечки надену себе. Тем более, что они очень... буду сверкать со сцены. Да, Любовь, тем более они очень надежно крепятся, согласись, английский, да, замочек. Очень удобный замочек. Раз, надежно, и все. И на любом выступлении, на любом корпоративе со сцены эти серьги будет и видно, да, и в то же время вы будете уверены в том, что они всегда останутся на даже ваших вот, ушках. Даже вот они издалека, мне кажется, будут их заметно сверкать еще больше, чем вблизи. Их заметно еще бы. 4 крупных кристалла, 4 фианита, посмотрите, уникальный дизайн, почувствуйте себя королевой вместе с телеканалом Shop & Show. Позвольте себе прямо сейчас это великолепие серьги Юнона.